Хан, наш приятель Бакет говорит, сегодня готовишь ты. Так точно. Бакет нас, конечно, превосходно кормит, но нет ничего лучше старого доброго пикника. Сегодня мясо на гриле, да? С хреновым пивом, которое раздобудет Эйп. Это хороший план. Даже лучший план. Смотрите! Thank you.
Горячее поле готово. Мина размещена. Он прямо там. Исцеляющее поле готово. Это займет минуту. Исцеляющее поле готово. Установка арены. Крестите пальцы. Поймать этого урода. Кракен – это смерть с небес. Используйте чутье, чтобы найти охотников и других живых существ. Атака ближним боем эффективна на близком расстоянии и в воздухе. Ешьте, чтобы наращивать броню и эволюционировать. Кракен может взбираться практически по любым поверхностям. Используйте воздушный акселератор для ускорения. Эта способность со временем восстанавливается. Кракен полетит в направлении, в котором двигаетесь вы. Удар молнии высвобождает мощный электрический разряд. Мины Банши лучше подходят для засад и для атаки ближних целей. Электрошок наносит большой урон всем целям в зоне его действия. Вихрь отбрасывает охотников и наносит урон. Пользуйтесь.
найти скрытный режим, чтобы заметать следы и красться мимо птиц. Вы будете двигаться медленно, поэтому заранее убедитесь, что оторвались от преследователей. Запутайте охотников, оставляя следы в одном направлении, а затем тайком уходя в другом. Одинокие охотники уязвимы для ваших внезапных атак. Чтобы атаковать внезапно, используйте ближний бой в скрытном режиме. Атакованная цель не сможет скрыться, пока в вас не выстрелит другой охотник. Используйте огненное дыхание для обнаружения охотников или чтобы прикончить убегающие жертвы. Удерживайте кнопку броска камня для обмана охотника. Ждите, пока он потратит топливо реактивного ранца для уклонения и бросьте в него камнем. Броню легко восстановить, здоровье нет. Если вы потеряете всю броню в бою, лучше выйти из боя и подкрепиться. Увеличьте дальность прыжков, прыгая с высоких объектов. Учитесь комбинировать свои способности. Например, совершите смертельный прыжок к цели, а затем сразу произведите рывок. Смотря на поверхность, удерживайте кнопку «Взобраться». Прицел укажет, можно ли по ней подняться. Воздушный акселератор перезаряжается медленно вне боя. Отлетите как можно дальше, прежде чем запустить его снова. Во время боя оставайтесь в воздухе. Наносить урон способностями Кракена удобнее всего с высоты. Переходите к ближнему бою, когда ваши способности перезаряжаются, или чтобы прикончить ослабленного охотника. Используйте электрошок, чтобы нанести урон сгруппированным целям и снаряжению охотников. Кракен может применять способности к движению, чтобы поразить как можно больше целей. Удар молнии мощный, но его легко избежать. Применяйте его к наименее быстрым целям. Используйте вихрь, чтобы изолировать ценные цели. Прикончите их, как только они будут отделены от команды. Используйте мины Банши для замедления охотников. Прячьте мины по мере отступления, чтобы затруднить преследование. Является хитрым и смертоносным убийцей. При помощи чутья подсвечивайте ближайших охотников и животных. Ближний бой очень эффективен на малой дистанции. Подкрепляйтесь и эволюционируйте. Призрак может взбираться практически по любой поверхности. Телепортируйтесь для скорости. Способность к телепортации со временем восстанавливается. Призрак телепортируется в направлении вашего движения. Используйте взрыв антиматерии, чтобы телепортироваться к цели и создать взрывную волну. С помощью похищения можно выкрасть охотника из группы. Создайте клона-приманку, сражающегося за вас, пока вы не видите. Сверхновая звезда создает мощное поле для битвы, увеличивая скорость ближнего боя и его урон. Запас здоровья и брони призрака невелик, и он не может долго сражаться. Лучше использовать тактику «наскок-отход». Вне боя старайтесь двигаться скрытно. Призрак невелик и малозаметен, поэтому эффективно использует скрытный режим. Чаще телепортируйтесь во время боя. Используйте свои способности, чтобы сбить врага с толку. Взрыв антиматерии прост в применении и наносит большой урон. Очень подходит для охоты и сражения. Сверхновая звезда эффективна против мобильной арены при наличии брони. Если охотники выберутся из облака, вы можете использовать похищение, чтобы их вернуть. Приманка не только отличная техника побега, но и мощный посредник в скрытной атаке. Активируйте приманку, находясь вне поля зрения врага.
Перейдите в позицию для скрытной атаки и атакуйте одинокого охотника, пока его союзники заняты приманкой. В режиме охота в зоне обнаружен монстр первого уровня. Охотники призваны устранить угрозу монстра как можно быстрее. Монстр первого уровня получает фору. Ему нужно скрыться, убить животных, поесть, чтобы накопить энергию, и эволюционировать, чтобы стать больше и сильнее. Охотники прибывают вслед за монстром. Они должны выследить, поймать и убить монстра, прежде чем тот станет слишком мощным. Следы монстра, сломанные деревья, трупы животных, крики птиц – это все свидетельство присутствия монстра. Раунд заканчивается после гибели одной из команд или когда монстр достигает третьего уровня и уничтожает силовое реле. В режиме спасения охотники должны выполнить поисково-спасательное задание. Монстр напал на объект и все еще находится в этой зоне. Группы поселенцев скрылись в чаще. Охотникам нужно обнаружить, оживить и доставить каждую группу выживших на спасательный корабль. Раунд заканчивается, когда большинство выживших будет спасено или убито. В режиме гнездо в зоне обнаружены яйца монстра. Охотникам необходимо их уничтожить. Вожак монстров должен защитить яйца. Также он может вывести из них себе помощников. Гибель одной из команд – это конец раунда. Или когда все яйца и помощники уничтожены. Оборона, транспортный корабль полон мирных жителей и стоит на заправке. Приближается орда монстров во главе с вожаком третьего уровня. Топливная площадка судна защищена двумя толстыми стенами, подключенными к отдельным генераторам. Охотники должны защитить генераторы, пока корабль не заправится. Если корабль закончит заправку или вожак монстров погибнет, охотники выиграют. При уничтожении корабля выигрывает монстр. В режиме эвакуация планета разгромлена. Все поселенцы покидают Шир. Транспортный корабль отправляется через 5 дней. Охотники должны спасти как можно больше жизней за 5 дней, устранив угрозу со стороны монстра. Монстр жаждет уничтожения. Каждый день игроки должны выбирать задание. Исход каждого задания влияет на следующее значительным и уникальным образом. Например, если монстр уничтожит эту АЭС, в следующем задании появятся радиоактивные облака, которые будут наносить охотникам урон. Если охотники победят, на следующей карте турель уже будут готовы к атаке монстра. Это всего лишь два примера из многообразия дополнительных эффектов, влияющих на игровой процесс на разных картах. Победитель задания награждается бонусными очками опыта, которые получит по прошествии 5 дней, когда возможна как победа, так и поражение. Дополнительное прохождение в режиме эвакуация возможно более чем 800 тысячами различных сочетаний заданий, сред и эффектов победы-поражения, что делает повторную игру максимально интересной.
можно оживить, мертвы ли они или выведены из строя. Будьте терпеливы, подождите, пока монстр не потеряет интерес к телу, а затем приступайте к реанимации. Устройство Лазаруса вернет союзников к жизни, но их здоровье будет низким. Используйте целебную вспышку, как только они оклемаются. Целебная вспышка – ваша исцеляющая способность. Используйте ее для поддержания своего здоровья и ваших товарищей. Персональная маскировка важна. Постарайтесь выжить любой ценой. Координируйте действия с поддержкой, чтобы сохранить невидимость. Если вы умрете, больше никто не оживет. Пробивайте броню в разных местах. Так союзникам с менее точным оружием будет проще попасть в уязвимые точки. Относится к классу штурмовик, он наносит основной урон. Во время боя используйте электрокружку, чтобы нанести наибольший урон. Молния также наносит урон одновременно нескольким врагам. Разместите дуговые мины для засады или в ближнем бою, но помните, для их активации требуется время. Используйте штурмовую винтовку для поражения цели на расстоянии. Продолжайте вести атаку, используя персональный щит штурмовика. Дождитесь нападения монстра, а затем активируйте щит. Вы временно неуязвимы. Вы должны найти Хэнка! Я найду Хэнка. Я заберу Вэл и Мэгги и прилечу сюда на корабле. А я найду Хэнка. Хорошо сражался в одиночку против монстра и заслуживает своевременного спасения. Отлично работает. Поблагодарите Абрахама от меня. Поблагодаришь его сам, когда выберешься оттуда. Этот реактивный ранец компании Ранг Раджат хорош. Модели Питра не имеют достаточной подъемной силы для меня. Хайд сказал то же самое, хотя, очевидно, употребив более красочное высказывание. Yeah.
Я не хочу оставлять еду монстру. Справедливо. Менее дружелюбные. Они опасны. Стань астрозумов, может убить монстра. Убедись, что они мертвы, прежде чем продолжить. Я далеко впереди тебя, Рома. Почему ты здесь лежишь? Где остальные? Они со мной! Я сообщу вам координаты места встречи! Вот черт! Знаешь что? Тот монстр сильнее нас с тобой вместе взятых! Ты видел тварь, которую мы пришли убить? Да! И позволь заметить, брат, она большая и разъяренная! Ха-ха! Прям как я! Да, я догадывался, что ты это скажешь! Сброс дуговой мины! Оставить монстру. Высаживаю Вэл и Мэгги. Здравомыслящий человек не будет сражаться с монстром без тебя. Спорю, что ты говоришь это всем девушкам. Неправда.